Сделать передвижение людей по городам удобным, а главное – безопасным. Транспортное обслуживание населения в Чебоксарской агломерации планируют усовершенствовать в ближайшие 5 лет. Новая маршрутная сеть будет состоять из 146 маршрутов. В рамках транспортной реформы появятся новые проездные билеты в 2 городах, а также абонементы для бесплатных пересадок с одного маршрута на другой. Перевозчики перейдут на регулируемый тариф. Это позволит усилить контроль за соблюдением расписания маршрутов. Также будет создан единый государственный перевозчик. К слову, сегодня троллейбусный парк Чебоксара-Новочебоксарска изношен более чем на 50%. В ближайшие 2 года в планах закупить еще 153 троллейбуса. Очень важно планировать нашу деятельность с учетом экологических стандартов, и тогда появляются возможности в том числе привлекать средства через так называемые зеленые облигации, зеленые финансовые обязательства, что расширит источники финансирования, ну и, соответственно, возможности по ускорению в этом важном вопросе.